Добрый вечер, с вами канал 24, ребята, всем привет. Ну что, продолжаем мы с вами обзоры делать. И, соответственно, я делал вам, да, золотую сборку плюс Центральной России, да, проект Центральной России. Совместить их, как говорится, можно, но, к сожалению, именно по проекту покататься нельзя. Почему? Не, ну можно, чисто только туда, либо через переместиться, кстати, как-то в плане через консоль, да, либо если вы там города уже открыли, ну, через консоль, короче. Так, ну ладно. И факт того, что покататься можно, но грузы туда брать, к сожалению, с Росмапа либо с Казахстана нельзя. Вот. Ну, а так можно. И так можно, но лучше, конечно, делать себе какой-нибудь фикс, который, чтобы совместимость была. Даже Сонька мне говорит, что да. Па-па-па-ра-па-ра-па. У нас сегодня М4. Давайте посмотрим, что она себе представляет и так далее. Надеюсь, что она себе покажет с лучшей стороны. Что мы просто обосрались. Она, я бы сказал бы в конце, чтобы она классно просто. Сзади. Так, давайте посмотрим. По кабине у нас одна кабина. Понятное дело, по шасси 4х2. Движок у нас 552 V8. Я думаю, что коробка передач. Автомедь. 7 передач, да, коробка автомедь. По интерьеру у нас... мы, кстати, поставим тогда коробку автомат сейчас. Что касается по интерьеру... Ух ты, ядрицкий ты бог. Ни хрена себе. Ну, в принципе, прикольно. Это, я так понял, что по-спортивному, да, все это сделано. Слушайте, ну, мне нравится, все четенько, все хорошо, в принципе, вопросов как бы нету. Все зависит от того, что как это будет в плане анимации и так далее. Ну, то есть, как всегда, я люблю, да? Ладно. По покраске на цвет и вкус, либо металлик, либо цвет. Вот это я одобряю. Если бы еще, конечно, был бы скин, вообще красавчик был бы на самом деле. Вот это я одобряю. Всегда говорил, что либо металлик, либо обычный скин, либо обычный цвет. Да, и все, больше ничего не надо. Зачем вот это выделение каких-то определенных цветов? Нахрена? Не понимаю. Что касается по аксессуарам. Здесь, в принципе, можем выбрать, к сожалению, колеса, да, то есть диски, либо в черный, либо в такой в белый. И, в принципе, все. За нас, как говорится, уже все добавлено. Здесь, в принципе, роли у нас тоже все стандартно. Окей, принимаем и смотрим его, на самом деле, очень интересно. Ну, конечно, про карту, вот я реально хочу сказать, что карта, на самом деле, проект Центральной России, да, правильно? Да. Она выглядит очень круто. Очень круто, прикольно, и покататься однозначно советую. Но, к сожалению, немножко не входит, так сказать, в именно в золотую сборку, как говорится. Потому что, как бы, использовать ее можно, но покататься смысла туда груза даже брать нету. Как бы надо делать фикс. Делать фикс надо, чтобы с Русмапом хотя бы они соединялись. Однозначно, тогда будет вопросов ноль. Тогда вопросов ноль. Ну, это фикс надо делать. Так, ладно. Ладно. Ну, я думаю, тут понятно, да? Почему я поставил на ручник, она едет? Понятно. Ладно. Поворотники есть. Да ё-моё. Поворотники есть. Это есть. Анимация света есть. Стёклышко у нас работает, вижу, с другой. Да, с той стороны хорошо. Звуковой сигнал ни хера не слышно. Ух ты! Опа! Это что такое? Это косяк с модом. Говорю сразу. Это косячок с модом уже. Вот это да. Звукового сигнала нету. А вот это косячок с модом, к сожалению. Не у меня, ребят, говорю сразу. Это не у меня. К сожалению, косяк с модом.
Ну, звук такой, в принципе, нормально. Хороший. Да, о, блин, а все начиналось хорошо. Я так, кстати, понял, что с самого начала. Потому что у меня, допустим, на дафе каком-то дефолтом достоял уже сразу. Там уже пошли вот эти шахматные доски. К сожалению. Ох ты ж, едрицкий ты бог. Короче, да, тут косячок есть. А, уже нету, ля, слушайте. При использовании так уже его нету. Бабу посадить просто на низ надо с самого начала. Бабу было, надо было посадить. Слушайте, по моду могу сказать, что прям прикольно реально на самом деле. Классный модик, покататься стоит. Но немножко, конечно, надо его поправить с этими вот этими пикселями шахматными. Я не знаю, откуда они появились. У меня их нету и не было никогда. У меня все нормально было. Вот, и, к сожалению, вот даже вот назад. Да. Видите? Назад. Это когда назад нажимаете, вот эти пикселя у нас и появляются, к сожалению. Ну и бабу поправить надо, как бы, и на низ посадить, стопудово надо. Вот. Неплохой мод. Неплохой. Пару косяков надо исправить, тогда мод будет еще лучше. С вами канал 24, всех в лицо, увидимся на видосах. Пока.